приветствуем вас, жители Киржатского района! Уважаемые жители, я не понимаю, почему жители города Киржач подвозят на этот митинг на автобусах с московскими номерами. Мне это непонятно. Я вам еще раз повторяю. Никакого решения по строительству не принято. Никаких заявлений не поступало. Я готов с каждым из вас. Еще раз вам повторяю, уважаемые жители, никаких решений не принималось. Товарищи, у нас культурное мероприятие, санкционированное властями города Киржача. Поэтому давайте вести себя культурно и посылайтесь туда, куда нужно. Ладно, не надо так кричать. Дорогие товарищи, я предоставляю.